Я бы подключил источник перед тем, как лезть в анимус. Но выбирать тебе. Слушай, Дезмонд, а объект 16... Его звали Клей. Прости, Клей не говорил, что Вашингтон тамплиер? Нет, он дал понять, что Вашингтон контактировал с яблоком Эдема. А что сверх того, то домыслы. К тому же, судя по портрету, который Клей упоминал, дело было гораздо позже. Может, Коннор и вовсе был ни при чем. Точно не узнаешь. Придется подождать, что случится, если случится. И каково было вернуться в Абстергу? Не думал, что выберусь живым оттуда. Кросс очень вовремя подкосила. Если бы он не спятил, мне бы не жить. Он, наверное, так и не оправился. Ты о чем? Когда он к нам пришел, у него были симптомы просачивания. Смотреть страшно. Он то и дело проваливался туда, сам, без анимуса. Ну и припадки ярости бывали. Его у нас долго лечили. Мы думали, он себя контролирует. Но когда он вернулся к Абстерго, кто знает, что с ним там сделали. Я боюсь, как бы со мной такого не вышло. Он вырос в анимусе, Дезмонд. У него был явный передоз, и потом... Дэниел, бедняга. С тобой такого не будет. Мы не дадим. Когда все кончится, отправимся куда-нибудь. Устроим каникулы. Да. Звучит неплохо. Вы послушайте. Италия, Бразилия, Штаты. Все за пару недель. И он жалуется, что нигде не бывает. Серьезно, Шон? Нет, не серьезно. Сердишься? Поверь, никто так не хочет отпуска, как я. Вы хоть понимаете, каково это — взламывать чужие базы данных с такой скоростью? Чем раньше закончим тут, тем скорее каникулы. Надо было попросить тебя взломать сервера Абстерго, пока ты там был. Пара жучков в нужных местах, и мы бы купались в информации. У нас есть все, что нужно. Да, кроме ключа. Мы близко. Почем знаешь? Просто знаю. Я тут покопался. Тут есть машины, которые делают, ну, манну. Как у магов или как в Библии? А ты как думаешь? Как в Библии, понятно. Для греков это амброзия. В Индии – амрита или сома. В разных культурах мира говорится о божественной пище. Правда, вкус у нее не божественный. Ты съел что-то из машины, которой 75 тысяч лет? И выжил, между прочим. Ну и? На что оно похоже? Картон. На вкус чистый картон. Уж не амброзия точно. Правда, может, предтечи просто по-другому воспринимали вкус. Может, овкуснитель сломался? Овкуснитель? Умеешь ты обращаться со словами, Ребекка. Снаружи дела плохи. Что там такое? За последние полмесяца вспышки на солнце все сильнее каждый день. Старые спутники начали барахлить. Слышал, с международных космических станций отзывают экипаж. Наземные энергостанции и трансформаторы закрывают щитами. Не то чтобы это было важно. Дело-то серьезнее.
Мы видели, что будет на самом деле. Объяснишь? Слушай, я не физик, но тут что-то завязано на геомагнитное поле Земли. Вспышки и выбросы массы его нарушают. Начинается сейсмическая активность. Пробовал спросить тех, кто в этом сечет, но они говорят, это чушь. Я их не виню, звучит нелепо. Но правда. Давай-ка закончим с Коннором. Здравствуй. Эй, а если убить Видика, поможет? Вряд ли. Да, он создал Анимус, но технология у них уже десятки лет. Ему легко найдется замена. А Кросс? Он был неуправляем. Вряд ли о нем там горюют. Думаю, он был больше символом, чем средством. Прости, не хотел обесценивать то, что ты сделал. Но пара смертей тамплиеров не остановит. Нужно большее. Видик помещал тебя в Анимус, когда ты был в Абстерге? Они могли просмотреть твою память, проследить тебя. О, они пытались, но я им упорно мешал. Можно ведь сопротивляться, скрыть передачу, отказаться двигаться. Они бы все равно своего добились. Но ушло бы несколько недель. Видик как-то грозил ввести меня в кому. Ты стал бы податливее, но без носителя ничего не выйдет. Они работали над экстракцией, чтобы в воспоминания входил другой. Может, сейчас они роются в моей памяти, может, найдут нас, не знаю. Но я знаю, что нам нужно открыть дверь. Да, пожалуй, полезу обратно в Анимус. Слушай, когда все закончится, ну, если все получится, я думал, может, ну, вернусь домой. Очень надеюсь.
Привет, Дезмонд. Заходи. Мы почти у цели. Финиш близок. Нутром чую. Ход войны меняется. Лоялисты отступают перед натиском армии патриотов. И с каждым днем их власть здесь слабеет. Но тамплиеры словно стали сильнее. Их меньше, но они представляют не меньшую угрозу. Что еще хуже, Вашингтон решил пощадить Чарльза Ли. Мне сказали, что тот укрылся в форте Джордж, и целыми днями я ищу способ проникнуть туда. Отец же пропал бесследно. И я этому рад. Если я избавлюсь от Ли, то появится шанс прийти к согласию, а значит, к миру. Коннор, он зовет тебя. Здравствуй, Коннор. Ну же, от твоей печали не больше толку, чем от снадобия этой дурехи. Расскажи мне о своих успехах. Чарльза Ли раскрыли, и патриоты наконец от него избавились. Они выступили в поход, чтобы освободить и другие города. Значит, ты победил. Земля и твой народ в безопасности. Но ты встревожен. Вашингтон сохранил жизнь Ли. Пока он жив, все в опасности. То же касается твоего отца. Придя ко мне, ты понимал, что нужно сделать. Ты клялся дойти до конца. Если не ради братства, то ради своих людей и всех, кому грозят тамплиеры. Но когда Ли умрет, мой отец... Послушай, ты зашел так далеко не за тем, чтобы бросить все ради глупых эмоций. Надо убить обоих. Ахиллес... Здесь нечего обсуждать. Коннор, я уже здесь. У вас добрые вести. Граф де Грасс согласился. Его флот в Чесапикском заливе. Поезжайте туда, они вам подчинятся. Но что именно вы задумали? Я вам лучше покажу. Хотя Чарльз Ли скрылся, мы еще не в безопасности. Но командующий... Он недооценивает эту угрозу, и нам нельзя терять время, пытаясь переубедить его. Я должен сделать это сам. Что именно сделать? Убить Чарльза Ли. Он сейчас скрывается в форте Джордж, где в округе военное положение. Туда не проникнуть обычным путем. Поэтому я пойду под землей. Невероятно. Туннели, ведущие к форту, засыпаны. Пока я занят кораблями адмирала, вы должны их расчистить. А корабли? По сигналу они начнут обстрел форта. Пробивая стены и отвлекая внимание, ясно? В этом хаосе я проскользну внутрь, найду Чарльза Ли, и он умолкнет навеки.
Лафайет обещал мне несравненный флот и непревзойденного капитана. А я вижу один старый корабль и мальчишку в костюме. Обещаю, мы то, что вам нужно, адмирал. Сильно сомневаюсь. Но дареному коню... А нужные мне корабли? Они ваши. Если мы это переживем. И что мне нужно сделать? Удержите залив, я атакую основной флот. Сунутся британцы, уничтожьте. Не пускайте их к Йорктауну. Саранча. Сколько их, по-твоему? Много. Если кто и удержится, так это мы. Надеюсь, адмирал вернется быстро. Враг приближается! Ладно, ребята, готовьтесь к бою! Кажется, они здоровы. Готовьтесь! Есть! Прорва! Стрельбе! Приготовиться! Залп!
корабль потерян! Наш эскорт потоплен. Мы остались одни, сэр. Боже! Где эти чертовы подкрепления? Они придут. Мы должны удержать залив. Это безумие. Ты один, и у нас нет подкреплений. А теперь... Берегитесь, огонь! Капитан! По левому! Слева, Кэп! Линейный! Орудий больше нет. Нам больше нечем защищаться. Это чудище нас потопит. Осторожней! Он же не собирается на абордаж, правда? Он с ума сошел. Из-за него нас всех убьют. Заебись все! Вы, мистер Фолкнер! Вовремя! Вы один потопили этого Левиафана. Возможно, Лафайет не преувеличил, расхваливая ваши способности. Мои корабли к вашим услугам. Чего вы хотите? Пусть 5 из них войдут в гавань Нью-Йорка под британским флагом. Стоп, стоп! Я думал, нужно избавиться от пиратов или доставить груз. А вы просите обстрелять Нью-Йорк? Нет. Конечно, нет. А... Только часть. Объяснитесь. Я хочу проникнуть в Форт Джордж, но он хорошо защищен. Обстрел должен пробить стены и разогнать охрану. Корабль с французским флагом не сможет к нему подойти. Вы понимаете? Нисколько. Но слово есть слово. Даже данные лунатики. Я зажгу сигнальный огонь, когда придет время атаковать. Вы слышали? Заберите их флаги, мы пойдем под ними. Живее! Коннор, с возвращением! Все на местах.
Уи, Лафайет ждет вас в туннеле под городом.